Контрольная метка где наша? На бумажке. А где бумажка? Отклеилась, но еще не упала, да? Я ее вижу. Где вы ее видите? Вот она. Что это за трюк такой? Ага. Вот, видишь, синенькая. У нас четко идет, да, от этого? Да, 93 ряда. От синенького. От это? Этого? Да. Проверим, что он может поговорить. Смотрите, видите, немножко... А, в принципе... Вот от этой веточки можно смело перепроверить. На 5 мм надо было ужаться, знаешь? Помнишь? А, то есть еще ниже? Ну, у нас разница 5 мм. 5 мм это... Не ниже надо, да, 5 мм? Значит, сейчас сделаем 5 мм ниже. Ну, там по миллиметру просто я для себя говорю. А, тут уже размечено, да, кстати. Там все есть. Так, там нет своей линейки, но я уже там все есть. Еще зара нанесу парочку. Чтоб уже отработать. Что это за хуйня? На чем он пишет здесь? Стойка какая-то паршивая, не пишет мне. Жирная, блядь. Так она 5 мм уже опустили или нет? Или мне надо еще опускать? Нет, по-моему, уже опустили. Я это, не развинялся уже. Если я сюда втряхну, он потеряется или как думаете? Транда. Попробуй втыкнуть. Что, будем общаться или это? Нет. Или делать наушники? Нет, будем общаться. Сделал две линейки, потому что у нас есть. Что-то они пропадают. Да не говорите, может этот, у нас завелся домовичок. Барабаха? Барабаха. Который перед. Что, погнали? Вот. Начнем со стены. А там посмотрим. Thank you.
же мне обещали. Напомнить, чтобы я взял ведро. Нет. А вы напомнили? Эти кирпички, которые стоят на кладочке, так и поставлю. Да, уже по 5, вот так должно быть. Не больше снимем. Ну, лучше 5. По-моему, говорили 5. 5-6. 7 это уже много. Ну не больше уже. А, ключ, так и не нашли ключа, да? Да, он приходил, он забыл у него взять ключа. Давай этого колечка. Ну, уже у этого есть, Валентина, да. Валентина. Ну, если Валентина увидим, то спросим. Да ёпта, нет, а это надо взять этот. Уже тот ключ, потому что я сейчас. Надо ключ сразу брать, потому что это херня вот это биться головой. Это еще начало. А? Это еще только начало. А, это еще даже не больно, да? Ура, свобода!
выключили как сильно, а? Ты, блядь, нахуй. Игоры, блядь, прикрутили, сука, так больно. Больно? Я сильно, я имею в виду. Просто аж руки, блядь. Это первый снялся. Вот зажимали эти болты, сейчас я еще два раза не буду сутки по уровню тела. No i z tymi dzieciakami już kurwa w piątek idzie do psychologa, jeżeli stwierdzi psycholog, że chuj jest nieobliczalny albo coś, no to już będą dzieci moje, przyjeżdżam do Polski, będę musiał szybko ślub wziąć, bo ja z nią ślubu nie mam. No i wtedy jak już ślub wezmę, to już może i pełne prawa do dzieci dostanę, nie? No i już by było wszystko kurwa super. Super. Tylko żeby to tak wszystko poszło po myśli, nie? Thank you.
когда берешь рейку, блядь, аварийно. В смысле? Я ее вагончики взял, мне нужно. Вагончики, блядь, взял здесь, чем? На корыте? Нет. Я ее вчера в корыте вытянул. Я вытянул, думали, валик проебал, блядь. Нет. На вагончике вчера осталось. Ну блин, да, я тебе поддал. Да что ты мне отрисовал еще? Ну ты видишь, что я делаю? Пришел сразу с претензией. Пришел, так нас сняли, чтобы не расписло, положили. Вот, я ее сразу убрал в вагончик. Вы же не убрали инструмент, а я ее в вагончике закинул сразу. Мот уже до окон дошел, блядь. Наверх. Вот он как-то тяжелый идет. На этом окне, видишь? Я затягиваю до окон. Все эти там. И там так делали внизу. Говори, что затягивается. Ваня такая же. Такие манеры этого воспитания, не какая-то приличия. Типа хотят предложить что-то выпить. Может, он и не хотел предложить. Ну, вы сказали не, а мы. Но у нас все это все-таки. Да, мы приехали не нажраться. Хотя надо было попробовать, что, с чем у нас собирался угощать. Из карика. Ну, у него был этот банк с. А мы спросили, типа, как мы, я? То есть я. Я, да. Как этот напиток, да? Он сказал, что это для декорации, типа. А как общались? В каком смысле? Ну, он же. Это какие-то изменения. Полиция. А, ты по-английски? Нет. Прошло один день.
подружиться. Ну вы слышали, как Женя сказал? Да. Что были? Как это не было? Были, ну да. Ну не со мной конкретно, а с Женей. Женя ему до души припал. Я ни на что не намекаю. Даже мало того, я даже ни на что не претендую. Я только за. Я ни за какую дружбу.